В духе национальных традиций в Кустанае состоялся городской турнир по асыгату среди дошкольных организаций. Основная цель мероприятия – сохранение культурных ценностей. За пальму первенства боролись 22 команды. Стоит отметить, что проведение подобных мероприятий позволяет популяризировать идею, которую несет с собой республиканский флешмоб «Олттук сезим». Национальная игра асыгату сегодня становится все более популярной. В данной игре возрастных ограничений нет. Играют как старшее поколение, так и дети дошкольного возраста. К примеру, сегодня в 17-й школе проводится городской турнир, где дети поборются за звание лучших и покажут все свои навыки. Проведение турнира по асыгату среди дошкольных организаций стало доброй традицией. В этом году соревнования проходят уже в 7-й раз. Как говорят организаторы, любовь к национальным играм и традициям необходимо прививать с малых лет, чтобы они знали корни и культуру своего народа. Здесь детей привлекаем, чтобы опорно-двигательный аппарат. И также они работать в команде. Также они будут считать, уметь. Это уже пригодятся им в школе. И еще у них здесь физическое развитие детей. Сейчас дети все играют только, сидят сотовых телефонах, гаджетах, а это уже отвлекает детей. В будущем они уже будут читать и писать хорошо. Всего в финальном этапе городского турнира участвуют свыше сотни дошколят из различных дошкольных организаций. Здесь маленькие спортсмены учатся контролировать свои эмоции и развивают в себе такие качества, как меткость и ловкость. На сегодняшний турнир мы привезли команду из 5 детей. В данном турнире мы участвуем уже 7-й год подряд. Учим ребят национальной игре асыгату по ряду причин. Во-первых, это наша культура, традиции, наследие предков. Во-вторых, дети учатся самоконтролю уже с малых лет. Они становятся более сосредоточенными. Нурисламу Ташмагамбетову 6 лет. Мальчик, едва выучив азбуку, начал интересоваться игрой в асыгату. Правила умиляются преподавателя, освоил быстро. Первые успехи и победы не заставили себя долго ждать. Сегодня Нурислам в числе ведущих игроков. Сегодня я буду играть в без асык. Нас учат вместе с остальными ребятами. Буду показывать, что умею делать. Мне очень нравится эта игра. По итогам турнира команде победителей вручили кубок. Обладатели призовых мест были награждены медалями и почетными грамотами. Организаторы уверены, проведение подобных мероприятий способствует воспитанию детей в духе национальных традиций. Бамжана Манкельдинова, Родион Бабич, телеканал «Кустанай».